Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Diablo 3. Качаем сезонного персонажа, это монах. В общем-то, до 70 уровня мы уже докачали, но нам-то надо завершить 4 главы сезонного похода, чтобы получить вот это. Между прочим, что-то еще нам дали. За 70 уровень дали... что-то дали. Там, по-моему, дали схемы трансмагрификации на плечи и, кажется, шлем. Как это обычно бывает. А ну-ка, подождите. Значит, N-то у нас. Трансмагрификация. Ухо, хонюшки. Что тут есть-то, оказывается? Ничего себе. Ну, это все из прошлых. А что же нам дали за... наследственное, что ли? Вот это, нет? Чтоб я еще помнил, что там дают-то. Ну, подождите. Тут где-нибудь нарисовано. Не показывают. Ну, там точно была схема плечи и шлем на трансмагрификацию. Мы, конечно, может, что-нибудь оттрансмагрифицируем, но сначала у нас по второй главе не закрыто эксперт прохождения Нефалемского портала на уровне сложности эксперт или выше. Ну, это будет немножко нудно, но а чё ж, почему бы нет? А потом, если мы пройдем успешно, я думаю, пройдем успешно, это все-таки эксперт всего-то на единичку выше, чем то, что у нас было. Вот тогда мы посмотрим все остальные. Вот эти вот задания, они простые, делаются все в городе, ну или на нашем лагере. Вот. А нам, значит, надо сложность эксперт, я ее включил, и пройти Нефалемский портал. Это же просто. Наверное. Ну, думаю, да. Ну, сильнее чуть бить будут, подумаешь. Все время бьют. А, да, между прочим. У нас тут есть, оказывается, еще... Ну, что добавить? Наверное, ловкость, я думаю. Плюс 5. Да? И что-то еще было? Вроде все. А, но новая пассивка, что ее можно поставить. Слот-то... Сейчас. Секундочку. Новая пассивка. Какую взять? Вот тут я даже и не знаю. Тут-то я и... призадумался. Импульс может. А может вот это? Ладно, попробуем. Импульс мы все равно используем рывок, так что может даже он и нужен. Таинственный союзник. Союзник у нас есть земляной, но у нас почему-то воздушный. Почему воздушный? Потому что он восстанавливает дух. Ну, в принципе, так и будет. Пока что так. И опять же, еще одно очко совершенствования, что мы тут возьмем. Ну, скажем, давайте уменьшать время восстановления. Все, понеслась. Возможно, какую-то другую мантру надо будет поставить. В любом случае, этот портал, он не на время, а тут больше как на выносливость. И уж его-то мы пройти, думаю, сможем. Святилище гнева. Да. Ха! Меткий удар. Вообще меткий. Самый меткий. Показалось. Ой, что-то желтенькое. Вот это может быть опасно. Я пока не готова. Злоб-висельник. Не получится. Духа не хватит. Что там было? Крепкие крылья. Думал, крылья, которые... Как они? Косметические эти крылья. Но нет, это просто наплечник. У меня мало духа. Ну и все никакое.
А вот это можно дать нашей помощнице. А почему так странно? А потому что 808 к интеллекту. А. И у нее будет дамаг был 72 тысячи, стал 106 тысяч. Но сейчас будет дамажить больше, чем наш персонаж. Ну и ладно, я не против. Столб молний. Хе-хей. Сейчас бы еще найти побольше врагов. Я оказалась сильнее. Да больше, больше врагов. Ты просишь невозможного. А вот и кончилось счастье. Вот такой бы, чтобы был баф на все время. Вот это было бы круто. Кончилось. Кончилось. И всего-то набрали, ну, процентов 20. Не пишут, сколько? 25. Хм. Рано использовать эту способность. Он что-то совсем злое. В моих руках сила волн. У меня мало духа. Сиузог презренный. Надо валить отсюда. Валить отсюда давай. Что-то совсем зло какое-то. Надо чуток расчистить местность, а то... Ну, больно же. Я духа пока не хватит. Готова. Разгневан. Рано да что там, Митер? Я разгневан. Духа недостаточно. Молодуха? Хм. Сорок процентов. Пока не могу. Нормально. Ой, хорошо. Адская тварь. Бубон тухлый. Тухлый бубон. Я пока не готова. Какой-то ваш бубон тухлый. Наверное, чумной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рано использовать эту способность. Давайте-ка чуть-чуть отойдем. Перегруппироваться. Скушать красную сферу со здоровьем. Угнетатель, буревестник, вихрь, осквернитель раскаленный. Как все сложно. Я пока не готова. Ну или так. Ничего полезного, и это 54%. Как ловко нажалось. Я не стану этого делать. Давайте еще этих голубых, желтых монстров, я не против. Бой окончен. У меня мало духа. Рано использовать эту способность. О. От тебя и голубые. И валить отсюда надо. Какая-то пакость за нами летает и делает миксер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот они, сферы, вот они. Отлично. Я пока не готова. Моя воля. Хана! Не хана. Духа не могу. Вот это она делает, этот гадкий миксер. Вообще не нравится. Эту способность. Фьюх. Ну, прошли, да. В смысле, 66%. Не получится.
а эпиков не падает. Это обидно. Ну, впрочем, да, если поставить другую сложность, то, может, и эпики начнут падать. Но тогда и персонаж будет падать значительно больнее. Я пока не готова. Вот и все. Ой, хорошо, столб молнии, где ж ты был? Я не стану этого делать. Сюда хватит его? Да давайте, давайте это всем, просто всем выписать молнии. В моих руках сила волн. Не получится. А, кончилось. Обидно. Но уже 84%. Так еще чуток и дойдем. Гоблин. Срочно взять гоблина. Стой пока на месте! Сборщик самоцветов. Стой, куда ж? Ну, как-то так. Изумруды с огранкой маркиз. Не очень, конечно, но что дают. В защите, здоровье или броню? Ну, сопротивление всем стихиям. Тут что у нас? Урон по области. Ну, давайте, восполнение здоровья при ударе. Хотя, конечно, может и нет. Был бы какой-нибудь 400 уровень этого парагона. Проблем бы не было. Ты просишь невозможного. Куда он там свалил? Стоит! Духа не хватит. Прекрасная была битва. Еще бы таких парочку штук. Синеньких и желтеньких. Девяносто пять. Он что-то желтенькое. О-хо-хо-хо! Ой-ой-ой-ой. Да ладно! Ждать. Свали оттуда. Я получила новые знания. Страж портала уже здесь. Ничего он не здесь, а вон где. Еще возвращайся к нему, кланяйся в пояс, типа, целуй в пупок. Нет, так не интересно. Должен сам найти, подойти и получить. Огнедокс. Рано использовать эту способность. Слово гнида. Нужно подождать. У меня мало духа. Не получится. Силы возвращаются. Ну вот. Также дали камень великого портала, это хорошо. Их тоже пора начинать собирать. Итого. Ого. Значит, чтобы его завершить, надо вернуться в город и поговорить с этим нашим товарищем Орехом, или как он там. Сейчас уточним. Как там его зовут? Орек. Прекрасно. Орех. Порталомания. Здорово. Эксперт. Ага. 7 из 11 завершено. Ну вот. Портал, до свидания. Тут мы посмотрим, что у нас есть хорошего. Такого, что стоит одеть. Например, штаны. Свежие штаны. Какой-то ерундень. Кольцо. Фу, какое.
Короче, ничего толкового, как всегда, нету. Портал, такой портал. Ну, это пока не нужно. Значит, что нам надо сделать? Нам надо дальше посмотреть, чего мы не сделали еще тут. Создать оружие или броню 70 уровня. Хорошо, что тут нам предлагают на 70 уровне создать? Не сказано нигде, что надо создать именно какую-то там прям эпическую, правильно? Значит, мы можем изготовить вообще абсолютно все, что угодно. Вот, например, что-то типа такого дайбо, только 70 уровня. За 1000. Та-дам! Ну, такой себе на самом деле. Что-то как-то могли бы получше сделать. Ураганный удар мы не используем. Еще может один сделать. За 1000 можно, еще нет. Та-дам! Достижение шевели молотом. Что это такое? Создайте предметы с указанными 13 магическими свойствами. Это вообще что-то вообще случайное. Absolutely random. Двуручный меч может создать? Что там у нас есть? Королевские цареубийцы. Ну, давайте глянем. В конце концов. Да без понятия. Ну-ка, как там нашей помощнице он будет в радость? Вообще нет. Ну ладно, с этим разобрались? Разобрались. То есть сделали еще одно. Так, остается вот этих, я так понимаю, три. Кольцо или амулет 70 уровня. Да, легко. Вот ты. Ювелир. Например, кольцо королевское. 70 уровня. Устраивает. Угу. И оно не очень. На самом деле. В чем разница? Это 61 уровень. Амулет. Да, в общем-то, можно и не делать. Дальше. Следующее. Трансмагрифицируйте предмет у гадалки. Угадалка, но у нас ничего 70-го уровня и нет, чтобы вот прямо взять и трансмагрифицировать прям вот что-то классное. Может у нас есть какой-нибудь сет, который можно сделать и... Ну, это бесполезно, потому что, скорее всего, мы и так все получим весь нужный сет. Какой тут сет? Вот этот. Ну, мы его и так получим. Голова, корпус, руки, пояс, ступни, ноги. Оружие, ну только что, разве что... Да все, буквально все, кроме... Наплечников только нету. Вот плечи 70 уровня можно создать. Наплечники, смотрим. Есть ли какие-нибудь классные наплечники? Скверна. 70 уровня. 7 грехов. Ну эти 60-го, это 70-го. Просто не хочется тратить эти руны. С другой стороны, все равно их придется тратить когда-нибудь. Вон, например, Ашира. Ступни, плечи, руки, ноги. Руки-ноги. Руконогое существо. Значит, что? Нам надо трансмагрифицировать что-то. Что угодно можно взять и трансмагрифицировать. Ну что-нибудь. Что-нибудь. Например, мне эта башка не нравится. Трансмагрифицируем ее. Это что? Это наложение чар. Не, подожди, чар не хочу. Не хочу чар. Хочу трансмагрифицировать, скажем, что-то вот в это. Ну, или в это. Ужасно. Это, фу. Это протасовская. Это вообще что такое? Кивер завоевателя. Это сейчас что есть? Это такое корона Леорика, конечно. Шлем преисподней. Вот это вообще-то прикольное. С маской.
Ну, это, конечно, прикольно, но нет. Но Астон, наоборот, должен быть такой светодающий монах. Это что такое? Как-то и не очень. Фу таким быть. Нам, в принципе, не все равно, чем его трансмагрифицировать. Я так подумал. Да ну. Архонтова корона. Ой, ладно. Черт его знает, что хочешь, выбирай все отстойное. Протасы. Ужасно выглядит этот протас. Ладно, уговорили. Ты-дын. И последнее, что остается, это очаровательные чары. Заметьте свойства предмета с помощью зачарования угадалки. Берем предмет, ну, например, вообще любой. И меняем ему свойства. Например, поменять вот это. Заменить за 38 тысяч, я не против. Например, к эффекту шипов или больше опыта. Ты-дын! Вторая глава завершена. Прекрасно. Остается еще две, но я думаю, мы справимся. Что тут у нас на это? Завершите прохождение Нефалимского портала на уровне сложности мастер или выше. Ну, это легко, в принципе. Тут мы прошли, а это будет на единичку тяжелее. Проходибельно. Дальше. Камень. Что камень? Кстати, за вторую главу что-нибудь дали какую-нибудь? Может, по почте пришло? Да. Вот. Теперь-то мы и получили два куска сета. О как! Где там этот распознаватель? Вот! С чего и надо было начинать-то? Ну, он чуть хуже, чем... Ну, ладно. Перчатки и рукавички. Перчатки и рукавички. Вот. Не сказать, что оно как-то уж супер выглядит. Синего цвета будет такое что-то. В башке у него камень. Ну, ладно. Такое должно быть, значит. И что два куска дают? Усиливает пассивный эффект. Умение таинственный союзник. И базовый пассивный эффект текущей мантры на 100%. А что у нас тут за эффект? Базовый эффект. Бонус к сопротивлению стихиям. А я не это нажал. Ну, блин. Подробнее. Защита. Сопротивление всякой ерунде. Вот у нас 356, да? Скидыш. Не, не оно. Это не так действует. Базовый пассивный эффект текущей мантры. Базовый пассивный эффект. Монахини и находящиеся рядом союзники получают существенный бонус к сопротивлению всем стихиям. Ну, вот это он, наверное, и есть, вот этот, плюс 25%. А, собственно, мы можем это увидеть через Alt. Нет, не можем. Через Ctrl. 40% бонус сопротивления к стихиям. Так, а таинственный союзник, пассивный эффект. Таинственный союзник, сражающийся бок о бок с монахиней, увеличивает ее скорость восстановления духа. На 4. Каждый удар союзника наносит противникам физический урон в размере 130 урона от оружия. После смерти союзник перерождается спустя 5 секунд. Ну, такое. Такое что-то. Ладно, вторую главу завершили. Так что там с третьей-то я так и не дочитал. Изготовьте самоцвет царственного качества или выше с помощью ювелира. Привет, Кадала. Потратьте кровавые осколки. Осколки. У Кадалы. С 10% вероятностью вы можете получить от него легендарный предмет. Да ладно. Произнеси мое имя. Убейте Малтаэля, но в сложности мастер или выше. То есть следующий, после эксперта, надо уже на мастер переходить. Тут все идет на уровне мастер. Убить Малтаэля на мастере, Изуала на мастере. А Малтаэля на мастере может быть тяжело вообще-то убить. Это да, это я не вру. Потратьте кровавые осколки у Кадала. Так это было. Камень, понятно. Мастер, мастер, мастер. И извлеките легендарные свойства с помощью Куба Канаи. Куба Канаи. Пожалуй, мы это все сделаем где-нибудь в следующих эпизодах. Такой сейчас у нас персонаж, ничего экстра выдающегося. Ну ладно. Пофармлю немножко, наверное, порталы и там посмотрим. Наберу кровавых осколков. Как-то так. И дальше продолжим уже проходить
именно испытания, вернее, задачи третьей главы сезонного похода. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!